На выставке World Food произошло награждение лучших продуктов по версии нашего жюри. И рядом со мной золотой медалист. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Петр Черненков, первая астраханская рыбная компания, генеральный директор. Сегодня мы также приняли участие в продукте года 2021 года, в юбилейной уже выставке, 30-й. И приятно награждены двумя золотыми медалями. Это икра щуки и корники жареные завоевали первое место. И балык сама холодного копчения награжден был серебряной медалью. Очень приятно, что высокая оценка экспертного жюри наградила нашу компанию, наши продукты. То есть в первый день выставки мы с вами обсуждали новый продукт. И приятно, что именно новый продукт, старые астраханские традиции возрождаются в нашей компании. И уже на таком международном уровне были оценены самые высокие награды, получили золотую медаль. Спасибо огромное и выставке, и экспертному совету. Спасибо большое вам, и надеюсь, до встречи в следующем году с новым инновационным вкусным продуктом, который тоже наверняка завоюет свои золотые медали. Спасибо большое. Обязательно. Всего доброго, до встречи.